19 польских горняков в среду спасли из-под завала. Целую ночь они провели на глубине 600 метров в одной из медных шахт на юге страны. Обвал был вызван небольшим землетрясением, которое произошло в 22 часа по местному времени. Чтобы разобрать обвалившуюся породу, потребовалось около 7 часов. Директор шахты говорит, что операция по спасению была сложной, поскольку после землетрясения из-за обрыва проводов рабочие на поверхности на несколько часов потеряли связь с шахтерами. Не было никакой информации, связь оборвалась. Мы не могли связаться с этими 19 шахтерами. Состояние всех спасенных удовлетворительное, однако двое получили незначительные травмы. Организация спасательной операции была на удивление эффективной. Спасательные команды были у заваленного тоннеля через 10 минут. Так что директор шахты заслуживает похвалы и благодарности от всех поляков и, главное, от родственников горняков. Шахта Рудно находится приблизительно в 400 километрах от столицы Польши, недалеко от границы с Германией и Чехией. Она работает с 1974 года. Ее оператор является вторым в Европе поставщиком меди. В области Силезия, где случилось землетрясение, также находится много других шахт. Последняя крупная авария здесь произошла в 2006 году. Тогда в результате взрыва газа в одной из угольных шахт погибло 23 горняка.